31 декабря. Это мой самый сложный отрезок у руля сборной. Документальный фильм о сборной Казахстана по футболу на пути к чемпионату Европы 2024 года. Хотелось доказать, что мы тоже умеем играть в футбол. Тактически, видите, он вселил в нас какую-то уверенность, что мы не слабее. Раньше соперники нас не уважали. Сейчас можно сказать, что боятся нас. Это был исторический матч, конечно, такие эмоции пережить. Но это очень дорого стоит. Смотрите в 2020. Эмоции вот, наших людей, вот, которые приводят это к единству, вот наша главная цель. На телеканале «КАЗ Спорт».